Коллеги, здравствуйте! Дмитрий Каждан вновь приветствует вас на своем канале. Спасибо, что вы со мной, спасибо, что смотрите мои видеообзоры. И сегодня хочу вам представить новую расческу от USpark Professional DB24. Для чего она нужна, где ее использовать? Сейчас я вам обо всем расскажу поподробнее. Да, кстати, цифра 9, это означает, что расческа 9-рядная. Значит так, поехали. Значит, расческа у нас представлена в коричневом цвете, она также есть в черном цвете, она есть в розовом цвете. Для чего нужна данная расческа? Данная расческа у нас продувная, расческу мы можем использовать для вытягивания волос, как брашинг можем использовать и для поднятия корней. Ну, обо всем по порядку. То есть вот расческа у нас благодаря вот этим дырочкам, она полностью продувная. Да, то есть, вот если посмотреть, видите, там есть тоже микродырочки, которые позволяют воздуху просачиваться с обеих сторон. Значит, расческа у нас имеет вот такие разноцветные щетинки, плюс еще есть щетинка для шлифовки волос. То есть, вот видите, то есть такая вот она бархатистая, вот она вот здесь идет. Конкретно о щетинках. Почему они такие разноцветные? Значит, смотрите. Это у нас ряд для усиления вытягивания волос, ряд антистатики и ряд антибактериальный. Если же мы хотим данной расческой вытягивать волосы, то мы ее, собственно, вот так оставляем вот в такой, собственно, конструкции. То есть мы ее не разбираем, так как расческа разборная. У нас прорезиненная основа, и она нам позволяет хорошо вытягивать волосы. Если же мы хотим использовать расческу как для поднятия корней, как скелетка, что мы делаем? Мы берем, захватываем щетинку и берем вот за нашу ручку, и мы вытягиваем нашу основу, и мы внутри видим вот такой замечательный вкладыш. Этот вкладыш нам дает именно жесткость нашей конструкции, нашего каркаса расчески. Да? Мы его изымаем, устанавливаем обратно. Сейчас мы ее предварительно вот так должны ее сложить. Вот так, даже собрать, можно так сказать. Вот так мы ее полностью, видите, собрали, удерживаем ее и устанавливаем ее обратно. Все. И она достаточно такая мягкая, и мы можем ей приподнимать корни. Все легко и просто. Также мы можем ее легко прокручивать и использовать ее как брашинг. Если же вам все-таки нужно вытянуть волнистые волосы, мы опять берем, разбираем, устанавливаем наш вкладыш, наше ребро жесткости, можно его также назвать, собираем и устанавливаем обратно. Коллеги, обращаю ваше внимание на то, что вкладыш главное не потеряйте, потому что отдельно они не продаются. Вот, все. И также мы можем ее использовать для вытягивания волос. Очень удобно, очень комфортно держится в руке. Замечательная расческа от USpark Professional. Обрабатывается данная расческа специальным спреем, который запатентован компанией Ginkgo и USpark Professional. Если вам нужно будет это средство, вы можете обращаться ко мне лично в комментариях, либо заходить на наш сайт shopcoms.ru, и там данное средство вы можете купить для обработки данной расчески и вообще всех расчесок от USpark Professional. Коллеги, если же у вас возникнут еще вопросы по данной расческе, не стесняйтесь, пишите комментарии, вступайте в нашу группу ВКонтакте, ссылку я укажу внизу под этим видео, мне будет очень приятно. Ну а с вами был Дмитрий Каждан, ставьте лайки, буду очень вам рад и благодарен. Всем спасибо, всем точных стрижек, всем пока.